Давай ты в ряд вот так и все. Здорово. Да, нормально. На месте. Нормально. Ты снимешься, а я буду держать. Да. Так, ребята, давайте пройдем. Блин. Подожди. Юра, иди сюда. Наша ключевая задача – прийти к власти. Для чего? Власть нам не нужна. Власть только лишь – это инструмент для того, чтобы сделать реформы. Реформы, которые необходимы нашей стране. Но мы понимаем, что ни одной реформы мы не можем сделать, не изменив сегодняшнюю власть. Не поменяв тех людей, которые под хорошими лозунгами пришли к власти и занимаются только лишь одним – своим личным благосостоянием. Честно, откровенно все свои шаги. И в данном случае я понимаю всю ответственность, которую беру на себя, и сделаю все для того, чтобы Украина стала европейской страной. И по уровню зарплат, и по уровню социальных гарантий, и по инфраструктуре – это ключевая задача. Один я не смогу это сделать. Это наша задача. Задача команды, задача каждого из нас. Мы даем четкие, понятные, прозрачные правила игры, которые существуют во всем мире. И хотим, чтобы те же самые правила были в Украине. А конечной целью этих правил – улучшение благосостояния каждого из нас. И каждый на себе, на бюджете семьи может почувствовать, что такое европейские стандарты, а не только лишь слова, которые об этом говорят. Спасибо. В которых нуждается наша страна, которые должны сделать все, чтобы наша страна по-настоящему стала европейской. Мы, украинцы, европейцы. Географически, экономически, культурно нам необходимо сделать реформы, чтобы стать по-настоящему европейской страной. А реформы это складываются с ключевых вещей. Должны работать законы. И независимо от положения, независимо от социального статуса, независимо от денег или должности, закон должен работать в Украине. И каждый должен быть равен перед законом. Это самые ключевые вещи. И только лишь в том случае, когда законодательно будут защищены инвестиции каждого человека, будь это иностранец, будь это внутренний украинский инвестор, только лишь в этом случае он будет готов инвестировать в страну. Ни от чего, никаких ни моральных принципов нету, и не поменяв эту систему, мы не можем двигаться дальше. Страна разрушается, у страны нет перспектив. И мы постепенно станем страной третьего мира, если мы не разрушим эту порочную систему, перед которой нет абсолютно никаких моральных принципов. Извините, долгий ответ был на вопрос. Виталий Владимирович! Украинский флаг. Везде звучал украинский гимн. И всегда я подчеркивал, какую страну я представляю. И всегда после победы я возвращался в Украину, где делал пресс-конференцию. А сегодня, друзья, распространяют слухи, что якобы Виталий Кличко в Украине не жил. Это неправда. Что якобы он налоги не платил. Это неправда.
очень многим сегодня не нравится то, что Виталий Кличко пришел сегодня в политику. Очень многим не нравится то, что я не украл ни одной копейки. Очень многим не нравится, что я заработал свои деньги честно. И очень многим не нравится то, что я составляю им угрозу. И распространяются слухи, что мой брат уже оказывается подданный другого государства, изменил гражданство. Распространяются слухи всевозможные. Не верьте. Я приехал к вам и поэтому готов ответить на любой вопрос. Честно, искренне, открыто. И каждый из вас может задать любой вопрос и получить искренний, честный ответ. И поверьте мне, это начало только лишь пути. Мы очень хотим, чтобы политика в Украине была по европейским стандартам.